Всем привет, друзья! Привет, гости! Привет, подписчики моего канала! В общем, что у нас здесь есть? Сегодня у нас вторник, 12 июня. Видите, пишет Tuesday. Вторник, в общем, сегодня у нас. Был я сегодня в Сан-Франциско. У меня сегодня было выгружать 4 машины. Я это все сделал. Домой приехал довольно-таки рано, только 4 часа дня. И, в общем, что я хочу сделать? Я хочу поехать в Костко. У нас здесь есть такой большой супермаркет, называется Костко. Это даже не супермаркет, а, наверное, типа как оптовый маркет или оптовый маркет. В общем, там все продается в больших, как бы, порциях. То есть это там, в этом магазине необходимо быть мембером. И можно покупать в таком магазине. Там платишь в году, по-моему. Это все моя жена делает, но там платишь, по-моему, $100 в месяц. И, в общем, как-то так. Будем ехать сейчас туда. Сейчас я закрою ворота. Эти бумаги я положу в строчок. Закрою ворота и поедем в Костку. Я покажу. В общем, вот, друзья, нахожусь я в Костку. И буду я брать вот такой вот рибай. Что я возьму тот, что до 15-го. В общем, вот такие здесь цены, они идут по паунтам, как бы. Я хочу взять такой, что там 4 кусочка, наверное, вот этот вот я возьму. И пишет beef, ribeye steak. Вот за 4 вот таких кусочка. Это у нас почти $50. $9.99 за паунд. Довольно-таки очень дорогое мясо. Но стейки иногда кушать нужно. В общем, вот такие вот здесь разные виды мяса. Вот это все рибай. Это ребрышки. Beef ribeye whole boneless. А, это не ребрышки, это тоже рибай, но вот такой целый кусок, его просто надо самому брать, это, но он очень большой, $156 за вот такой вот кусок. Вот здесь вот столько вот разного вида мяса, вот это вот ребрышки, кто любит. Всего здесь очень много. Это уже замаринованные, кто хочет. Потом здесь еще вот такие вот стейки. Вот это вот Нью-Йорк. Это Нью-Йорк, Нью-Йорк стейк. Тоже 4 кусочка, но рибай, чем мне лучше нравится, что рибай имеет в середине вот такие. Между мышцами имеет вот такой жирок, и он его делает намного juicier, то есть сочнее. Вот еще здесь такие вот, вот это вот здесь тоже ribeye cup steak, вот такие тоже ribeye. За 3 таких кусочка $45.77. Довольно-таки дорогое мясо. А это что здесь такое? Beef brisket. С жиром. Так, вот, друзья, приехал я с Костко, с магазина. Вот он, мой стейк. Я его сейчас положу на вот такую салфетку. Будь здоров.
Так, что я сделаю? Возьму я вот такое вот у меня масло есть, оливковое. Чуть-чуть я их намажу. Так вот. Так. Так мы просто сделаем для того, чтобы легче было посолить и поперчить. Так же самое здесь. Очень такой красивый рибай. Что-то я сегодня ехал домой, сегодня выгружался, и что-то у меня поднялось настроение покушать вот такой вот стейк. Все, что нам надо, это вот такой вот черный перец. Я его сейчас просто возьму вот так. Поперчу чуть-чуть и посолю. Это все, что я буду делать. И мы оставим стейк на минут 10, пока мы картошечку готовим, все такое. Так, и вот у нас соль. Вот так просто возьмем, посолим. Вот так вот. Так, то же самое здесь. В этот раз не буду я никакой этот, как в прошлый раз я делал, по-моему, там добавлял вот этот стейк сизнинг, специально типа для стейка, это все басня Крылова, оно горит, подгорает. Эту салфеточку я подложил для того, чтобы чуть-чуть убрать влагу. Такая будет у нас красота сегодня. Это мясо довольно-таки дорогое мясо. Именно вот этот вот рибай и Нью-Йорк. Нью-Йорк стейк тоже очень дорогой. Да, я эту тоже сразу намажу обильно. Что сегодня будет у нас картошечка, салатик и стейк. Так, с обоих сторон. И пока мы будем картошку там готовить туда-сюда, мясо чуть-чуть помаринуется вот так. Я думаю, что будет классно. Сейчас попробую так. Так.
все, красота. Можно и с этой стороны. За вот эти 4 кусочка я заплатил, по-моему, в районе $50. Ну, так как его каждый день не делаешь, иногда можно. Все. Паприку взяли с женой моей любимой. Вот эта картошечка, что я купил, нарезали мы вот такие вот грибочки шампиньон. Здесь грибочки, в общем, нарезали мы болгарский перец, лук, все так довольно-таки немаленькими кусочками, и все, кидаем мы это сейчас в духовку. И пока оно готовится, мы начинаем на улице готовить стейк. Так, все, друзья, накалил я хорошо свой грил. Вы видели, как ралы тянется до стейка? В общем, вот он, мой стейк. Он до сих пор был у меня замаринованный. Уже прошло минут 20. А температура у меня здесь уже 450. Это 250 почти по Цельсию. Снизу вот это Цельсий. 450. О, какая здесь жара. Все, я могу смело уже ложить стейк. Сейчас мы уберем чуть-чуть жару. Вот она. Все, процесс пошел. Дай Кать, неси это маме. Спасибо. Так, я пойду возьму эти секунды. Так, друзья мои, пока у нас вот такой вот процесс. Это очень красиво и пахнет. Аромат здесь мяса. Вот. Вот такой вот получается у нас стейк. Еще чуть-чуть. И он у нас готовый. Сейчас я закрою, чтобы он чуть-чуть был влажным, мягким. Так, друзья, для себя я еще хочу приготовить. Мне нравится такой. Вот есть у меня баррер, то есть сливочное масло. И я почистил чесночок и просто надавил на нее. Сейчас что я сделаю? Чуть-чуть оливкового масла, вот так, чтобы у нас сливочное масло не горело. Сейчас я добавлю просто половину этого масла. Так, вот я уже нарезал этот кусок, половину масла сливочного накинул. И сейчас я еще добавлю вот этот вот чесночок в это масло. Сейчас, как только оно нагреется, я один из стейков возьму и буду доканчивать здесь. А стейк у нас уже почти готовый, друзья. Вот такая у нас лепота получается. Вот такой он сочный. Вот такой он juicy. Это очень красиво. Настоящий рибай. Это я уже поставил на минимальный. Он сейчас уже будет доходить. А один из них я сейчас выберу, самый красивый, его сюда в сковородку. Хочу его докончить в масле. У нас, кроме меня, больше никто это так не любит. Так что следим за движением, друзья. Что там, Давид? Да? Дождь! Так, вот так вот у нас доходит стейк. А один из них я кинул туда.
Сейчас что я буду делать? Я вот это хочу масло. Вот так вот. Вот так. Здесь сейчас запах этого чесночка. Это будет очень даже круто. Вы видите, друзья, как оно у нас получается. Но в то же время нам из-за чего нельзя забывать. Я свой хочу сделать medium rare. Все. Стой готовы. Сейчас я их сниму, и они у меня должны отойти минут 5. Вот оно, это наш готовый стейк. Сейчас мы их просто в тарелочке закроем фольгой на минут 5-7. И все, вот такой вот получился у нас стейк. Я думаю, что это вполне себе стейк ресторанного уровня. Особенно вот этот мой. Посмотрите на этот стейк, друзья. Вот это у нас мои чесночок, это мой. Все, сейчас я стейк вынимаю, ставлю ее на в тарелочку, то есть, и он будет у нас отдыхать. Вот так вот. Это в масле с чесночком, а это чисто с солью и черным перцем. Так, вот она, наша картошечка, друзья. В духовке запеченная картошка. Очень просто, очень быстро. Стейк пока готовый, он уже готовый к столу. Друзья, сейчас мы откроем и нарежем этот стейк, тот, что я готовил в масле. Я хотел, чтобы он у меня был medium rare. Видите, сколько своего сока он пустил. Так, ну что, поехали. Вот такой вот у нас стейк. Это вот такой вот стейк. Чуть-чуть красноватый, medium rare. Он доходит. Сейчас я нарежу другие. И сейчас будем открывать этот стейк. То, что я готовил без масла. Вот. Он тоже у нас отдохнул. До этого момента он отдыхал. Так, начинаем резать. Видите, сколько сока. Вот это тот стейк, что я готовил с маслом. Все, режем, друзья. Это у нас получается medium well. Видите, он почти готовый, как well done. Вот здесь он, наверное, medium. Где толще. Да, где толще. Так, сейчас я это уберу, нарежу тут. Второй кусочек. Я думаю, что они примерно все у нас одинаковые. Вот так вот. Вот так. Этот стейк сам чуть-чуть тоньше. То он у нас получился почти, даже это well done, я сказал. Вот. Но мягенький, сочный. Это просто обалденный стейк. Все. Вот так вот. Вот, друзья, это середина. Вот так вот выглядит он у нас в середине.
Это почти well done. А это у нас последний кусочек. Так же самое. Почти well done. Но видите, со временем, пока он сидит, он доходит. Да, стейк сам по себе доходит. Мясо нельзя пережарить именно на гриле, потому что он постепенно сам доходит. Его лучше снять еще чуть-чуть таким красноватым, но он в течение 10 минут еще доходит сам. Вот такой вот стейк. Вот он, как он выглядит у нас в середине. Все. Друзья, еще приготовили мы вот такой вот, вот такие грибочки. Замотали просто в фольге. Перчиком чуть-чуть посыпали и посолили. Ну, реально аромат просто обалденный. Так, все, друзья, собственно, вот наш ужин. Заняло чуть время, но я вам скажу, что это ужин ресторанного уровня. Вот они, мои детки. Давидик, Элочка. А Джейсон у нас, он сейчас на данный момент находится в лагере. Они поехали в лагерь. И вот еще там один у нас мембер, член нашей семьи, но он прыгает, как бы, видите, как его постригли? Смотрите, как он прыгает. Все, друзья, приятного нам аппетита, желаю всем удачи. Всего хорошего, здоровья вам, вашим родным и близким. Будем ужинать.